с вами находимся в северных провинциях Пакистана, в так называемом Балтистане, долине Канде, на западной стене вершины Амин-Брака. Город жаркий, грязный, но вполне гостеприимный. Мы были здесь недолго, всего один день. Получили свой груз, купили продукты и отправляемся дальше, в Скарду. Селем размыло нашу дорогу. Похоже, шансов починить ее нет никаких. Обучение работы для Портера – это предел мечтаний. Для этих ребят это очень хороший день. Экспедиции в этом районе бывают не очень часто, соответственно, заработки нерегулярны. Уже с вечера огромная толпа этих людей собралась у наших дверей в желании получить работу. В этом неказистом с виду сооружении, которое связал этот человек, и которое выглядит как рюкзак, я не знаю, позапрошлого века, находятся наши спутниковые связи и наши компьютеры. Самые последние достижения техники в самом примитивном бауле, который мне приходилось видеть. Тяжелый труд портеров и их физическая форма вызывают уважение. Мы идем практически налегке, с одной с ними скоростью. Люди несут 25-30 килограмм. Russia, Pakistan, friendship forever. Okay? Okay. Yeah. Yes. Который раз подходим под стену и не можем ее увидеть. Все в тумане, в снегу. Наша стена и наш предполагаемый маршрут. Где-то там. Ну мы вот от точки заброски под стеной двинулись тоже вниз. Наверх под северную стену не пошли, ничего не видно вообще, прием. Вас понял, ждем.
чтобы наконец у вас проблема с горой решилась, решил пожертвовать своей бородой. Вообще. На страховке холодно и скучно. При скорости движения по маршруту 1-2 веревки в день. На таком пункте страховки ты можешь провести в висячем положении от 6 до 8 часов. Быстро становишься непритязательным. И каша бастеров якобы с курицей становится настоящим деликатесом. Платформа, она очень тесная, наша в два раза больше, комфортабельная, с теплым туалетом, джакузи, а тут черт знает что. Погода в горах Пакистана очень изменчива. Вчера, когда ложились спать, было лето, проснулись — настоящая зима.
Даже выпавший снег в этой стезловине создает большую лавинную опасность. Поэтому мы не идем напрямую, а прижимаемся к скалам, боясь подрезать склон. Ну что, я просто счастлив. Я просто счастлив, что я жив. Это самое главное. Я все первый раз вижу, честно говоря, это за пределами моего понимания. Это настолько экстремально, что просто, ну я не знаю, как там и Валера, у меня до сих пор руки трусятся. Блин. Это было, я считаю, что это было сделано на грани. Это экстрим. А больше я ничего не видел. Hello, sir. Nice Hello, to meet you. Sir. Hey, Anderson. Did you see my jump? Yes, sir. Oh, it I was see. So scared. Поздравляю. Валера, я тебя поздравляю. Капец.